вами Светлана. Сегодня у нас пустые баночки декабря. Здесь в основной своей купе продукция Avon, но также много всего новенького и интересного. Оставайтесь со мной до конца. Шампунь из линейки Advanced Technique. Это у нас Avon. Максимальный объем с коллагеном для тонких волос. Уход без утяжеления. Хороший, в принципе, шампунь. Такой ничего себе. Но, девчонки, на моих волосах они ведут себя очень интересно. У меня после второго-третьего применения начинает чесаться кожа головы, и поэтому я их чередую, то есть с другими шампунями, с шампунями от Faberlic или любых других производителей. Поэтому я больше покупочку повторять не буду, хотя шампунь неплохой. Не скажу, что он делает там вау объем, он довольно питательный, кремовый. Запах у линейки Advanced Technique у всей классная, такой, знаете, салонный уход. Неплохой шампунь, неплохой. Для тех, кому подходит эта серия, могу смело посоветовать. Не то, что он прям волосы плотнее делает, но, может быть, слегка совсем, да. А так очень хороший, хорошо моет, очищает. Освежающий мицеллярный скраб для лица. Это вообще моя любовь. Любовь любовная. Повторила покупку опять в первом каталоге. Он у нас там по акции, девчонки, на самой последней страничке. Для ежедневного применения с мицеллярной технологией для всех типов кожи, включая чувствительную. Нутрифект, да, у нас линейка. Классный, я обожаю его. На утреннее применение, на каждодневное. Он здорово очищает вашу кожу от выработки кожного сала ночью, да, то есть с утра тоже обязательно нужно кожу свою очищать, освежает ее как-то, вот не знаю, мне очень нравится, там много мелких частичек, они действительно очень мелкие, и есть еще легкий такой полирующий эффект. Поэтому продукт этот люблю, обожаю, мне очень нравится, буду пользоваться дальше с превеликим просто удовольствием. Два продукта для стирки у меня закончилось. Это персил. Я люблю персил. Когда он есть по акции, в основном в пятерочке, я его беру по 229 рублей. Бывает за 1,3 литра, его хватает надолго. Это немецкое качество, все равно он у меня как-то вот в приоритете, в любимчиках. Конечно, еще гель Ox мне нравится из Фикса, но персил все равно на первом месте, он классно отстирывает, он сохраняет цвет вашим вещам, и он также безопасен, девчонки. Классный запах, ох, какой классный. Он безопасным считается, потому что, ну, не знаю, я по себе говорю, я ребенку грудному стирала вещи персилом именно. Никаких аллергических реакций, никаких высыпаний у нас, ничего подобного не было. Поэтому советую. И второй продукт, это кондиционер для белья уже из Фикса. Вот так он выглядит, здесь 1,4 литра, по-моему, 55 рублей он стоил. Вообще, конечно, смешные копейки, пробуждение весны. Аромат классный, действительно пахнет цветочками, но все-таки нет той мягкости, которой хотелось бы именно вот для полотенчиков, для постельного белья. Поэтому с ним я стирала все остальное, там одежду и так далее, чего мне не нужна была мягкость, да. А какие-то шерстяные вещи, постельное белье и полотенце все-таки я стираю с кондиционером от Faberlic, потому что там реально мягкость такая вот прям зашкаливает. То есть даже новые полотенца у меня не были такими мягкими, как после фаберликовского кондиционера. Этот тоже неплох. Зубные пасты вам, девчонки, покажу. И обе они у нас плат. Первая, она у меня практически постоянно в использовании. Это биокальций. Восстановление эмали, безопасный отбеливание. Мне очень нравится именно вот эта вот паста. Она прекрасно очищает зубы. То есть к вечеру даже проводя, как проверить, хорошо работает паста или нет. Утром почистили зубы, а вечером проводите языком, да, по своей эмали. И смотрите, есть налет или нет. Если есть налет, значит паста ваша вам не подходит. Она плохо справляется со своими функциями. Именно так стоматолог мне мой сказала. И вторая, это у нас плат органик, специально для тех, кто ценит заботу от природы. Укрепляющая зубная паста гель с алоэ. Она, девчонки, с алоэ и имеет такой привкус и цвет соответствующий. Такая вот зелененькая, освежающая довольно зубная паста. Для тех, кто не любит вкус алоэ, знаю, у меня такие знакомые есть, она, конечно, не подойдет. Мне нравилось. 98,9 натуральных компонентов, да, процентов. Классная тоже паста, тоже со своей функцией справлялась, и зубки хорошо очищала, и целый день как бы свежесть в ротовой полости оставалась. Следующий продукт, мой любимчик, это просто, не знаю, я без нее себя тоже не представляю. Это экспресс-маска освежающая для лица. Девочки по моему совету ее покупали и писали мне благодарность, за что вам, девчонки, спасибо, рада, что мои отзывы, мое видео полезны, рада, что вам понравилось. Она у нас без СЛС и парабенов, некоторые спрашивали, как она называется, как она выглядит, вот, девчонки, смотрите.
Так, получается, освежающий экспресс-маска для лица. Банька Агафьи. Секреты сибирской травницы. Это потрясающая маска, которая тоже у меня на утреннее применение. Она здорово освежает лицо. Немножко покалывает, пощипывает. Буквально несколько минуточек. Она минуты 3-5. Ее нужно держать на лице. Можно, конечно, и побольше, но у меня как перестает вот это вот покалывание на лице быть, да, я иду ее смывать. Поэтому в качестве утреннего ухода, в качестве быстрого утреннего ухода маска незаменимая, потрясающая. Личико пробуждается, кровеносные сосуды начинают работать, дальнейший уход становится более эффективным. Советую. Продукт закончился у мужа. Это у нас Old Spice. Такой, знаете, бальзамчик после бритья. Брали давно. И вот он только закончился. У него очень экономичный расход. Здесь такая крышечка-заглушечка, да? Вот так, чпоник. Блин, мне безумно нравится запах Old Spice, девчонки. Вот мужчинам думаете, что подарить на Новый год? Old Spice невероятные ароматы. И они остаются надолго, они стойкие. Вот люксового парфюма прям запах. Вот у меня на палец капнуло. Обалденная вещь. Закончился у меня вот такой вот гель для душа, клубничный смузи Dream, да, Dream Naturals. Это у нас, по-моему, Гламар. Да, в Гламарте я его брала. Увлажняющий комплекс с маслами миндаля и органы. Ну, конечно, громко сказано, девчонки, громко. Пахнет классно клубничным вареньем, таким сладеньким. А по ухаживающим свойствам, ну, ничего. Моет, да, моет, как обычное жидкое мыло, да. Совершенно обычное. То есть никаких там ухаживающих свойств, что кожа у вас после душа напитанная, я не увидела. Так, побаловаться. Поэтому покупочку повторять не буду. Пройдемся по масочкам Avon Planet Spa. У меня здесь две маски. Первое сокровище Бразилии с экстрактом асаи, увлажняющее для лица. Вот так она выглядит. Это гелевая текстура, довольно густая и плотная. Она очень тяжело смывается. Сейчас попробую изобразить вам. Выдавливайся. Запах шикарный. Запах, девчонки, вообще просто. Вот за запах много можно отдать. По своим свойствам она неплохо подтягивает овал лица. Действительно, потому что вот эта плотная гелевая текстура, возможно, там большое количество силиконов есть, но лицо после нее очень хорошо выглядит. Оно упругое. Для, мне кажется, возрастной кожи, для дряблой кожи эта масочка вообще подойдет. У кого есть какие-то выраженные морщинки, будет вообще супер. Сейчас покажу вам вблизи. Вот как выглядит этот продукт, девчонки. Видите, такая плотная гелевая текстура с розовым таким цветом. Запах. Запах вообще шикарный. Так что, девчонки, маска неплохая. Маска неплохая. Пока повторять не буду. Хочу попробовать другие. И уже заказала, да, в первом каталоге. А так, очень даже ничего. И второй продукт. Моря Греции с экстрактом водорослей. Разглаживающая маска-пленка для лица. Хорошая пленочка. Мне девочки писали, что прям используйте, себя не узнать. Я не скажу, что там какие-то чудеса на коже она производила, но неплохая. Она прям пахнет водорослями. Прям трава травой. Но мне нравится этот аромат. Он слегка такой освежающий, зелененький и натуральный. Прям вот натуральный на все свои 100%. Никакой химозной отдушки в этом продукте я не чувствую. Она прозрачная, и там есть именно эти водоросли. Они разного размера, знаете, такие листочки попадаются темно-зеленого цвета, но я так понимаю, засушенные водоросли. Вот. И они на вашем лице, когда вы маску наносите, тоже присутствуют. Но когда снимаете, ничего не остается, никаких там растений на вашем лице. Она прекрасно снимается без всяких болевых ощущений. Эффект. Кожа гладенькая. Кожа после нее гладенькая, больше как бы никаких чудес. Хочу ли повторять? Ну, не знаю, девчонки. Мне вот тоже по запаху она нравится, а так эффект нет. Мне больше нравится черная масочка с икрой. Ее я тоже заказала в первом каталоге. Вот ее я как-то люблю больше. А так маска достойная. Мой любимый карандаш для бровей закончился OTF Cosmetic. Это у нас Бро Академии. Так, 18 часов стойкости. А номера его у меня нет. Это какой-то коричневый оттеночек. Девчонки, он крутой. Вот он действительно крутой. Мне его хватило почти на год. 10 месяцев точно. У него такой экономичный расход, что свои там 300 с чем-то рублей или даже 200 с чем-то, я не помню, по 300, за него отдать можно. Он этого стоит. Есть здесь у меня хоть чуть-чуть? Нет, у меня все, я вот до конца его прям израсходовала. И здесь безумно крутая вот эта вот кисточка.
которой расчесывать брови. Она действительно крутая, действительно классная. Этот карандаш у меня, этот карандаш в фаворитах. Я буду однозначно покупать еще. У нас он продается в магазине Орхидея Парфюм, в магазине Магнит Косметик. Не видела, девчонки, не приглядывалась, но мне кажется, тоже должен быть. У него грифель, знаете, как в эйвонских карандашах, вот тоже есть такой грифель. С одной стороны, он тонкий, чтобы можно было прорисовать и волоски, и четкий контур. А с другой стороны, он толстый. То есть, получается, если вот так смотреть на срезе, треугольничек, да, тонкий уголочек, а с другой стороны такой закругленный, толстенький, которым можно заполнять свою бровку. Безумно экономичный расход, классный цвет, стойкость действительно потрясающая. Никуда он с ваших глазок, бровок не дается в течение дня. Поэтому очень вам рекомендую попробовать именно этот продукт. Смягчающий крем для ног Натур Камчатка, девчонки. Но это от Сибирики, да. Это от Сибирики продукт. Масла дикой орнической розы, витамин Э в полярный цветок. Вообще никакой продукт. Мне не понравился совершенно. Допользовала его лишь бы допользовать быстрее, как крем для рук, как крем для тела даже местами. Никакой. Вообще никакой. И не увлажняет, не питает. Через 5 минут ваша кожа опять сухая. Не люблю, повторять не буду даже вообще. И вам не советую. Банька Агафьи. Специальный бальзам-активатор для роста волос. Вот так он выглядит. Девчонки, насколько мне нравится маска из этой серии, настолько мне, ну, никак вот этот вот бальзам. Я не знаю, как он может рост волос активировать, да, содержит 100% натуральные ингредиенты, чтобы рост быстро да шелковым стал. Обмакни платочек в бальзаме. Первый раз читаю. Обвяжи голову на часок. Красавицей обернешься, жениху приглянешься. Каково вам? Вообще круто. Это, то есть, нужно платочек в бальзаме обмакивать и на голову наматывать. Ну, не знаю, девчонки, я использовала как бальзам для волос. Чудес никаких не делал. Не знаю. Скрабик для лица от Skin Light. Вот так он выглядит. Продается в Ашане. Копейки стоит. Меньше 100 рублей точно. Здесь 50 грамм. Фруктовый микс. Это, девчонки, прям вот сахарный скраб. Мне кажется, он хорошо подойдет для чувствительной кожи. Хоть здесь и много этих частичек, они сплошь прям, да? Он такого белого цвета, слегка желтеньким оттеночком. Ничего у меня не хочет. Да? А, выдавился, сейчас покажу вам. Да, с желтым оттенком. Что он освежающий, не могу сказать, потому что здесь нет такого ничего, вот знаете, как-то ментолового эффекта. То, что он хорошо скрабирует, не скрабирует, нет, полирует кожу, да, потому что частички в его составе, они такие кругленькие. То есть дискомфорта вы при применении никакого не ощущаете. У кого чувствительная кожа, думаю, тем этот продукт понравится больше. Мне хочется пожестче немножко уход. Распределяете по лицу и вот как бы скрабируете и, ну, не знаю... Я люблю, когда прям продирает вот до такой степени. Это нежный уход, кругленькие частички, слегка полирующие. Здесь похоже, что есть какие-то, знаете, масла, не масла. Написано, что прям натуральных продуктов в составе много. Но кожа после него напитанная, как будто вот здесь еще есть в составе какое-то маслице. Вот, девчонки, как выглядит этот продукт. Видите, да, сколько здесь много частичек. Ну, они все такие кругленькие, без острых краев. И последний продукт, который вам покажу, это комплимент маска-пленка. Антибактериальный комплекс с салициловой кислотой для жирной и проблемной кожи. Девчонки, я писала уже на нее пост в Инстаграм. Если не подписаны, подписывайтесь. Ссылка всегда под видео. Там много полезной информации. Не покупайте эту гадость. Это просто жуть. Но я доиспользовала, реально доиспользовала. Только, правда, на Т-зону. Я первый раз намазала на все лицо. Я чуть ли не кричала просто от боли, когда ее снимала, мне кажется, с верхним слоем кожи. Это такой трэш. Хуже маски пленки я еще не встречала именно по болевым. Конечно, эффект после нее вообще просто зачепись. Потому что верхний слой кожи вместе с волосами содрали, с пушком, который есть на лице, да? И она вся такая гладенькая, но жутко красная, раздраженная и в некоторых местах даже болела. Запомните эту упаковку и всегда проходите мимо. Ну а на этом все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую, обожаю. До следующего видео. Пока-пока.